Всем привет, сегодня будем снимать флэппи ноускоп, с вами канал Егор Геймзе. И у меня тут на даче мой троюродный брат Ваня, Games and Sport. Всем привет, я какой-нибудь коммент поставлю под его видео, можете заходить на канал, подписываться. Чем больше подписчиков, тем чаще видео выпускаем. А это моя троюродная сестра Лиза, которая... Да, потому что я снимаю без вебки. Поздоровался хотя бы со зрителями. Нет. В жопе, у нее нету канала. Пока что. У нее видео, но у нее есть канал. У меня просто аккаунт. У меня есть канал. Саник! Но... У меня есть канал, но только видео у меня пока что нет. У меня просто аккаунт. Мы сегодня, возможно, будем снимать «Правда или действие». И сегодня я выпущу явно кубок ментов. И сегодня я, возможно, тоже на своем канале выпущу «Правда или действие». Ну, нет, или кто я? Выпустишь. Почему? А, точно. У меня нет интернета. Ну, видео ты сохранишь, а потом я его выложу. А где оно сохранится? Не сохраняется. Мне не надо, друзья, мне не надо. Мне не надо, друзья. Егор, это на фейсе подсел. Мне сам себе пиздатый друг. Егор вот сел на фейсе. Ну, потому что ты мне показал эту песню, она была классная. Показала. Как сказать? Послушай, дай послушать. Саник! Как-то странно звучит Саник. Как, почему его назвали Саник? Он из сиська. Почему? Чё смешного? Саник или сиська? Саник. Саник. Он очень упорно выглядит, кстати. Он очень... А ещё вот этот вау. А, кстати, я предупредить хотел. Что играю я без звука, потому что меня не слышно на записи из-за звука. Поэтому нет, только не реклама. Рекламу не буду показывать на видео. Есть, нет. А звук записывается? Да. Ну. То есть, если я отключу звук в игре, то думаешь, он не записывается на записи? Как это так произошло с тобой? Что ты сегодня... А я и занял топ-1 в Бравл. Топ-1? Ой. Ребят, кто играл в Brawl Stars? Ставьте лайк. Блэд, и там потом Ваня 80. Блэд? Да, это чтобы тимился, типа. Тиминг. Тиминг система. Иллюминат был. Хочу боб поднять очень сильно. Что случилось? Не надо, друзья, не надо. Ладно. У нас канал без меня. Без меня. Да ладно тебе, сама розовое вино постоянно слушаешь. Это вообще Федук и лжи. Ну, я знаю. Розовое вино слушаешь. Хотя оно уже не популярно. Это несколько песен. Только... Все непопулярны. Медуза! Не только. И что? Страдай, родись, страдай, умри. Это песня. Почему? Потому что она популярная. Могу скачать Калашников. Кстати, эта песня называется Калашников. Нет. Почему? Она по-другому называется. Мой Калашников. Ага. Ребят, напишите правильное название этой песни. Ой, в комментариях. Родись, родай, родив. Что ты сказала? Родись, страдай, родись. Нет. Как? О! Скип. Да ладно. 666. Что это значит? Всё, ты можешь покупать. Ты можешь вот это купить. Или черный. Я думаю, черный. Эники. Давай черный. Давай черный, бери черный. Давай. Все. Ой. Теперь я буду в кепке? Да, я в кепке. Нет, ты не в кепке, ты в шапке. Как? Почему? MLG Shop. Едем с селект. А, вот так. Бэк. Бэк. КК. КК, что значит? Все, я теперь. И, кстати, вот здесь, вдоль забора, тоже поймёт, вдруг все. Друг. Близко к забору не надо. Чё? Это так. Как у тебя на уровне идёт. А, здесь. А, чё? А это много. Ба-б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 а-
умри. Вообще-то умри. Ради страдай, умри, летай. Бам, нам, нам ничего не страшно. Бай-бай, засыпай, мой калашик. Родись, страдай. Там не родись, умри, страдай. Нет, там родись, страдай, умри. Ты это знаешь? Да. А что тут сказала сначала это? Чё? Все быстрый. Я собрал Саника, вот почему я быстрый. И еще если я собрал... А как, ты же говорил не Саник, а Саник. Потому что я придумал Саник. А Саник это его настоящий Саник. Ясно. Сейчас перданул. Сейчас реально перданул. Не перезрительными, конечно. Перезрительными, конечно. Это сучу я не пердану. Что? Ой. ГГВП. ГГВП. Какой у тебя самый рекорд получился? 112. Блин, я не вижу из-за этих якубовичей. Че? Че смешного? Ничего. Поле чудес не смотрела? Смотрела. Докажи. Докажи. У бабушки спроси. Лес. Чё все время? Бабушка, я Поле чудес смотрела? Почему? Ну. Почему? Ну, фигня видео получается. Ну и что? А какое имя у Якубовича? Якубович. Ой. Леонид. Аркадьевич. Анатолий. Леонид Аркадьевич. Анатолий. Нет. Лиз, ты немного портишь видео своими разговорами. Соломка во рту, моя идея. Я еще в первом классе ее. Не, ага. Угу. Я тебе не верю. Все, что надо, да. Я тебе не верю. Моих подруг спроси, которые с ней подруги. Ёбаный рот. Не видно. Я под кроватью посмотрю, а ты на полках и в шкафу. Но меня не видно, блядь, не стой. Сейчас ментов здесь будет рой. Ты смотрела лайк просто. Лайк, подписка. Винни-Пух на гоблинском. Лайк, чё? Подписка. Лайк, подписка. Слышь, пацан, Ивангай песня все-таки пригодилась. Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь. Ставьте лайк. Ставьте лайк, если хотите, чтобы Ивангай вернулся. Вам не сложно, нам приятно. Нам приятно. А у кого ты спер эту? Так все говорят. Надо. Ну да, что какая-то у нас. Будто палец, который смотрит. Направлен вверх. Направлен. Направо? Направлен. А направлен вверх. Ой, иллюминат! Я сдох ради иллюмината. Лиз, ты пукнула. Я не пукнула, я вообще отошла от вас. А кто пукнул? Я не знаю. Я не знаю, я вообще отошла за сломкой. Не я и не Ваня. Нет, это не я. Я бы не сказал, фу. Мне нравится нюхать свой пук. Что смешного? Ребята, лайки. Кому нравится нюхать свой пук? Не мне. Потому что ты странный. Я не странная. Ага. Никто не любит. Свой пук. Удивительно. Свой пук никто не чувствует. Mm. Удивительно, но это все чувствуют. Ну, удивительно, то, что я не чувствую. Блин. Вас. У меня иногда не пахнет, иногда пахнет. Что за видео получается просто? Ой. Ну это же мимасики. У нас мемчики. Якубович. Это же мемасик из него делали. Да ладно. Марихуанку не успел, просто я бы сдох. О, кто знает, что этот за розовый чувак? Ну, напишите в комментариях, я не знаю. Просто супер крутой в розовом. Супер розовый, пойдем. Кто супер розовый? Да, пойдем под названием супер герой розовый. Интересно, как будет видео называться? Флэппиноскоп. Да. Так и будет. Смотри снова.
Ну вообще-то ноускоп флэппи. Ноускоп флэппи? Неважно. Флэппи ноускоп. Слово Егора. А? Любимое слово Егора. Неважно. Ребят, смотрите, у меня один вопрос. Кто играет в стендов? Все. Ну, я играю. Действительно играешь. В общем, у меня вопрос, ребят, что мне делать? У меня есть Treasure Hunter. И, кстати, у меня вопрос, ребят. Что мне делать? Вот продать его и купить коллаж... Сейчас скажу, какой. Коллаж из новой коллекции, Two Years Collection. Или же купить статрековский AKR Sport. Я не знаю. Что выбрать? Комментарий. Да, все. Да, все в комменте. Радись. Страдай. Летай. Бай-бай, неумираемый калаши. Люблю я тебя, поцелую. А, ну ладно, ребят, на этой прекрасной ноте мемчиков мы закончим. Всем адьос, удачи, пока, бонжур. Стоп, это привет.